В Хабаровске другая аномалия. В крае ввели особый противопожарный режим. В регионе запрещено разводить костры и даже топить печи. О прогулках в лесу пока тоже лучше забыть. На части Дальнего Востока сейчас зарегистрированы два лесных пожара на общей площади в 22 гектара. По предварительной версии, они вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем.